Всем привет, меня зовут Алина. Сегодня у нас рандеву «Восьмое чувство», четвертый сезон. Мне прислали вот такую посылочку, я ее не вскрывала, скрывать нельзя, будем сейчас скрывать. Отключила все телефоны, все звуки, надеюсь, никто мешать не будет, потому что склейки нельзя, ничего нельзя. В общем, приготовила ножницы, кофе, спирт, огурец и, в общем-то, начнем. Так, будем отгадывать. Я не одна буду отгадывать. Нас будет много, и надо как-то разрезать эту посылку. Да, вот хочу показать ее со всех сторон, не вскрывать. Вот такой вот. Так, и ножницами я ее вообще вскрою. Или надо было взять ножик. Так, вот так буду вскрывать. Прям при вас. Ну, что я знаю там? Там явно 4, ой, 8. Вот время на вскрытие много занимает. Там явно будет 8 ароматов. А каких? Ой, не знаю. Отгадаю или нет. Ну что? Вам интересно? Мне интересно. Так, прямо вандальский метод вскрытия, потому что хочется побыстрее. Время дали 30 минут примерно. Ну, 30 минут уже больше смотреть-то тоже сложно, да? Ой, так. Вскрываем коробочку туда. Упаковка. Так, тут всегда еще все запаковано. Так, пакет, конверт с блоттерами. Так их кладу, вы видите, да? Тут правило. Конверт пустой. Так, правило откроем потом. Вот здесь он запаян со всех сторон. Вот он, целлофановый пакет. О, почему-то шестерочка, номер 6. Что значит номер 6, непонятно. Так, ну, что-то значит, а может, ничего не значит. Интересно, у всех будут одни и те же ароматы или нет? Так, ну что, надо с двух сторон открыть. И еще вот это все распаковать, оно же... Да, надо было еще ножик взять. Интересно, что нам приготовили. Будем позориться. Но я ароматов много и не знаю. Особенно не знаю нишу практически, скажем. Сейчас ее так много. О ней вообще ничего не знаю. Кладу пока. Здесь почитаю. Так, какие самые яркие ноты? Ну, в общем, мне нужно, да, определить, каким категориям. Масс-маркет, люкс, ниша или винтаж. Ощущения и ассоциации. Полет фантазии. Понятно, масс-маркет, яркие ноты. Назвать бренд или угадать название аромата? Называть нужно номер, сначала указанный на пробнике. Чем больше ложных нот будет озвучено, тем ниже будет балл за каждую угаданную. Но я считаю, что вообще надо говорить вкратце, да? Не все вот эти ноты. Вот, слышу букет... Средиземного моря вместе там, не знаю с чем, с садами Нила и все такое, да, и поэтому, и начинать описывать все ноты, глядишь, попадешь. Так, вкратце, вкратце. Ну что, времени 3:35. Так, начнем. Открываю ароматы, и мы начнем с вами с первого сэмпла. Ой, кстати, смотрите, второй какой-то розовый, последний прямо такой, как это сказать, какой-то... Как будто ванильный, да, такой. Ну, в общем-то, все остальные светлые. Вот, ладно. Давайте с первого начинаем. Беру первый. Благо, кладут блоттеры, но я буду еще дублировать на вот этом листочке своем записками, да, потому что мне так проще. Не очень я слышу вот с этой такой бумаги, поэтому, значит, первый сет. Вообще это какой-то люкс и очень знакомый люкс. Женский, естественно, аромат и просто классический люкс. Ну что-то прям очень знакомо. Слушайте, Dior Addict Fresh. Вот, ой, понял, Dior Addict классический мне пахнет. Вот это такой темно-синяя туба, такая высокая. Я могу ошибаться, но мне вот
первая ассоциация, да, это мускус легкий, сразу он стартует. И такой какой-то цветочный аромат. Легкий, в стилях вот Диора, не Шанели. Шанель вообще не тут. Ну, Диор Аддикт вот этот. Ну, вот, я не знаю, девчонки, вот очень знакомый, да, вот. Ну, не знаю, у меня нет ассоциаций больше никаких. Такие цветы, они довольно, как бы, скажем, кучкованные, и мне определенный цветок не описать. И просто мускус. Вот он такой. Ну, не знаю, вот что в голову пришло, потому что очень знакомый аромат, прям очень. У меня, если это Dior Addict, это синий, да, вот этот у меня его 300 лет нет, но он у меня был когда-то, так что, так, сэмпл я вот сюда пока положу. Так, второй сэмпл розовенький. Даже интересно, что же такое второенькое будет. Слушайте, ну тоже знакомая, тоже обычная, второй сэмпл, вторая такая же. Прям вообще. Хотелось арбузная вода, но это не арбузная вода. Вот Dior Addict Fresh, она такого быть не может. Нет, ну, тут что-то в пудру уходит, чуть-чуть не то. Нет, сначала свежаком, грейпфрутами стартануло, как будто бы и в пудру ушло. Ёлы-палы. Ну, такое ощущение, что, не знаю. Да, очень тоже знакомый аромат. Тоже такая галимая, люкс такой вот прям вот. Он не галимый, он хороший, он красивый. Он именно стартовый такой на цитрусах. И потом, знаете, вот что хочу сказать. Я сейчас вот себе заказала вот этот вот аромат Ку. Dolce & Gabbana Ку, и вот он также пахнет, стартует цитрусами, и потом резко переходит в пудру, такую, в эту, как ее, ирис, вот здесь ирис есть, 100%, есть цитрусы в начале, причем такие розовые, да, цитрусы, значит, это что-то, либо грейпфрут, либо, я не знаю, очень интересный аромат, можно даже подумать, что это какой-нибудь Prada, Rose, что-то такое, вот, что они все пудровые. Ну, он как-то с цитруса стартанул и сразу в пудру вот эту, ну, вырез ушел, да? Но при этом вырез приятный, сладкий. Мне нравится аромат, не знаю, надо подумать, что это такое. Может, это не то, может, я, ну, как-то вот заблуждаюсь, ладно, давайте. Первое впечатление, дальше не надо, занюхиваешь, когда выбивается, и потом, ой, а теперь я, надо очень внимательно смотреть и брызгать. О, это сладко, сладко, сладко так. Знаете, может, претензии на какую-то нишу, но очень такую попсовую, ну, как люксовую нишу. Наверное, здесь все-таки тоже люксы все. Чтобы как-то больше людей отгадал, тоже женские ароматы, тот женский, первый, второй женский абсолютно ароматы. Такая пачуля такая. Ну, пачуля, непонятно, тоже какую-то, тоже как будто бы в пудровость уходит. Пахлава такая, знаете. Есть такое ощущение, что это недорогой аромат, а какой-то не масс-маркет, вот что-то такое. Ну, тоже очень знаком. Ну, прям такое слащаво-пряниковое такое. Да, боже мой. Что-то прям не должно быть сильно дорогое. Примитив какой-то. Ну, то есть, может быть, это не масс-маркет, а вот что-то начинающееся, но вот... Ну, примитивная, попса какая-то, можно. В табак уходит. Это что у меня с головой? Ну, это женский аромат. Ну, это реально какой-то, наверное, это типа, опять же, вот эти, как это, звездные какие-то ароматы, но я в них вообще не знаю.
фу, как будто сигаретами кто-то подушился. А потом уходит вот такое, знаете, как очень странный какой-то аромат. Но я его хотела сказать Шакира, знаете, но нет. Она больше горчит, а это прям, фу, как будто мужик покурил потом. Я не знаю, что это такое. Но это реально попсня вот такая. Я в них вообще не разбираюсь, попсня. Так что, ну, нет, не может такой ниши быть, не может. Фу, сигаретный такой прям уходит в табак, прям табак пошел. Ладно. Ой, а что потом окажется, даже не знаю. Так, это у нас был третий аромат, да, вот тут сэмпл третий, сейчас я его... В общем, главное не напутать. Ага, вот тут я уже написала 2 вместо 3. Да, вот табачный такой аромат, сладкий. Так, ну что, 4. Начинаем тестировать 4 аромат. Это что-то недорогое, яркое, резкое мужское, на мой взгляд. Так, 4. Нет. Дорогое. Бру. Стартануло прям как-то просто, но надо немножко дать подышать, потому что обычно спирты у нас сразу бьют. Ну, это ниша какая-то. Прям... Тоже мыльный какой-то аромат идет. Сначала свежий, свежесть цитрусовая, потом мыльность какая-то. Потом мыло. Это точно ниша какая-нибудь, но я ее не знаю. На мой взгляд, это такая ретро-ниша в стиле тоже, опять же, вот этих музов или каких-то таких. Ну, фу, блин, боже мой, мне немножко даже дурно стало. Я очень не люблю запах мыла, мне порошков мыла, меня тошнить от них начинает. Таких вот именно дешевых мыл. И вот это вот туда. Очень выраженный запах. Если будет время, мы вернемся к ароматам, но я не знаю. Так, 5-й. Давайте, чтобы хватило мозга вспомнить все ароматы, а потом, когда нос забьется, уже чтобы... Ой, я еще водички попью, реально не могу. Нельзя так глубоко дышать. Мне после этого табака в 3-м аромате прям дурно становится. И так. Знаете, ароматы с легкого к более тяжелым, да, идут. 5-й аромат, 5-й сэмпл. Так, надо показывать этот уже. О, это сладко, сладко. Это типа эскада или маскина, что-то такое, знаете, прям вот простенькое. Я бы даже сказала, что маскина пин-букет, вот этот мой любименький, вот так пахнет. А может, какая-то изыска. А это такие ягодки, землянички, клубники, знаете, вот что-то такое. Но почему сэмпл белый, вообще непонятно. Ну, он же жидкость белая, 5-я. Ой, а я даже не пишу, что я тут думаю. Ну, что такое? Вот простенькая, мускус и вот земляничка, клубника, арбузик. Это эскада, по-моему, какая-то. Это, знаете, эскада, стиль Encanto Shine, маскина Pin Bouquet или какой-нибудь другой маскина, может быть. Но я больше сказала, что, наверное, все-таки ближе к эскаде, потому что прям вот такой эскадовский, сладкий, сладкий, прям сладкий, да, вот это вот девчачий. Ну, он приятный, они все хорошие, ну да, это такая простая эскада. Так. 6-й. Я просто подумала, что лучше все быстрее, а потом уже занюхивать дальше, да, и думать, додумывать, если мозг включится, передача включится. О, это ниша. Это прям такой чистый аромат. Чистый. Прям вот стиральный порошок, белизна называется. Ну, то есть там женские, вот женский был, естественно, пин-букет, да, что тут говорить. Да слушайте, а что я говорю, если какие-то ароматы унисексовые, если это ниша, так она унисекс будет. Мужская, женская, какая разница, да, на каждой коже по-разному слышно. Так, 6-й.
Я не знаю этот аромат. Он такой чистый, я бы сказала, наверное, ближе к мужскому. Но это какая-то ниша чистая, не чистая ниша. Да, вот такая. Может, даже какой-то мужской аромат, чистый такой. Но я буковку М поставлю, потому что по мне так это больше мужской, чем женский. Ну, я не знаю. Я даже близко его не знаю. И мне даже не описать ноты. Видите, она обычно цитрусовая, какая-то акватические ноты чуть-чуть есть. Ну, больше какая-то химия, вот химия, чистая химия, знаете, как это. А что-то там в химии, может быть, лаванда есть, какая-нибудь цитрус. Ну, это цитрусы, знаете, пемалюкс напоминает. Седьмой, шестой аромат называют мне пемалюкс. Не знаю почему, вот, с лимоном. Но с каким-то красивым таким цитрусом, подслаще. Понежнее, конечно, чем пемалюкс. Так, ну что, седьмой. Ниша, она такая, так интересно, через какие-нибудь ароматы. Знакомые мне будут. А может, потом окажется, что они все знакомые, а я седьмой. А я, ой, да боже мой, на себя главное не брызгать, а я какая брызгаю? О, вот это мужской аромат, чисто такой мужской. И какой-то недорогой, как будто бы. Сейчас подышим. Мужской, седьмой. М, мужской, люкс, скажу. Недорогой, дорогой. Ну, люкс, как бы, не масс-маркет он. Такой, опять же, сигаретный запах. Такой, почему у меня сегодня все сигаретное такое? Либо цитрусы, либо сигареты, либо порошки, цитрусы, сигареты. Ну, как-то не знаю, может, у меня в воспоминаниях, что прошлая игра такая была. Шанели тут нет вообще. Ну, пока, по крайней мере, еще восьмой аромат остался. Он такой мужской, сигаретный. Стартует цитрусом, буквально через секунду уходят сигареты, деревяшки. Ну, вот это все. Сигареты – это дерево, да, какое-нибудь ну, деревяшистое. Кинзамша, дерево и вся вот эта мутатень. Ну, это прям мужская вонючка. Прям ух. Такая. Знаете, еще немножко напоминает поло, вот эти ароматы мужские. Спорт какой-нибудь. Ну, сильно, но это люкс, да, люкс. Мужской люкс, сигареты. Я не знаю, я не сильна в мужских ароматах, к сожалению. Особенно таких, которые сигаретами пахнут. Вот эти вот такие дымные, томные. Ну, какая-то сладиночка есть. Может, какой-нибудь Dolce Gabbana, The One мужской. Вот он так пахнет. Противненько, так сладенько, а потом еще вот так вот. Ох, вот, ну, пыльненько. Так, ну что, и восьмой сэмпл теперь. Ой-ой-ой, так я вот эти еще сюда не доставила. Так, шестой у меня здесь, седьмой у меня здесь. А вы видите хоть, да, что я тут показываю? И последний, ну ладно, видите. Последний у нас восьмой, который вот такой желтый даже. Очень интересно, что это такое. А где у меня блоттер восьмой? О, как, а у меня блоттера восьмого нет. Как интересно, или он у меня упал? Нет, у меня ничего не падало. Как обычно, я его куда-то засунула, что ли? Так, подождите, попробую достать из этого, может, он у меня здесь. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Почему-то восемь. А что я тут набрызгала? Ага. Один вот тут не набрызганный. Восемь, вот он вот тут лежит. Ой, все. Мозги расплющились. Так, ну что, давайте, что у нас тут такое ванильное? Фу, это не ванильное, это какое-то мужское нафталиновое. Вы тут мужик, по мужикам пошли. Ну, блин, сложно мне. Это надо вот к мужчинам. У нас, кстати, вот хороших много вот таких пар блогеров, которые парфюмерию обозревают мужчины такими с хорошими носами. Сегодня полбокса для них, молодцы. Наконец-то, а то мы мужчинам давали понюхать только все женское, женское. Думаешь, боже мой, ну тяжело мужчине отгадать женское, и то отгадывали. А тут
Да, чисто такой мужской. Ириса много мужского. Пыльное вот такого. Прям как будто нос в пыль засунули. Ну, понятно, там будут какие-нибудь. Я не знаю, цветов не слышу, потому что вот вся вот эта цитрусовость обычно в мужских ароматах тяжелых, она куда-то вот на даль уходит, остаются деревяшки, какое-нибудь кашемировое дерево, кашмирановое дерево, какие-нибудь сандалы. Не знаю, тут не слышу сандалы. Ну, естественно, мускус остается. И что тут, база всегда практически похожа, чтобы запах стоял и держался. Да я не знаю, что так может пахнуть. Ну, какая-то ваниль, наверное, есть, я не знаю, желтая. Но это... Прям сказать, что это какой-то винтаж? Да нет, это не винтаж. Винтаж так бы пыльно не пах и так бы не раскрывался. Нету здесь винтажа вообще, в принципе. Так, ну ладно, давайте пойдем сначала до конца. Так, у меня 21 минутка. Давайте. Завершающий этап. Понюхаем кофе. Выпьем водички и решим окончательно. Очень интересный аромабокс. Очень-очень хочу знать, что это такое. Прям. Естественно, я еще только уйду, приду, буду нюхать, и потом сразу вспомнятся ароматы. Какие-то воспоминания, какие-то все навеет. Это всегда, как только ты камеру отключил, начинается красота во флаконе. И думаешь, вот это же то, как я не отгадала. Не, ну, может, это что-то теперь другое. Первое, я помню, сказала, что это аддикт, Dior Addict. Женский, да, люкс. Но мне сейчас кажется, что, может быть, это что-то другое. Нет, он. Он, да, он. Прям вот в базе вот такой тонкий мускус. Вот как будто кошечка только пописала. Вот всегда он так пах тонко. Это он 100%. Так. А второй какой красивый свежак. Ой, пардон. Так, извиняюсь. У меня звук пишет. Пишем, мы пишем. Так, ой, бог ты мой. Все время нервничаешь из-за того, что нельзя, чтобы остановилась камера. Ничего нельзя, выйти нельзя, там чихнуть нельзя. Так, это первое упало. Второй у нас вот этот розовый, да, красивый, женский розовый второй. Божечки мои, что же это такое? Второй женский. Очень красивый, ну что-то очень похожее, что-то знакомое. Ну прям, ой, сладкий такой апельсинчик или грейпфрутик стартует, все красиво. А потом-то что в пудру это уходит, в ирис этот? Цитрусово-пудровая такое прямо. Вот писец знакомая. Люкс, обычный люкс. Это что-то знакомое прямо вот. Знаете, вот так и сидишь, знакомая, и не можешь вспомнить. Перебираешь в голове. Да бог ты мой. Ладно, давайте я второе положу, пока буду думать. Да, мне мозг не придет. Вот придет, я говорю, хорошая мысля приходит опосля. Так, сэмпл третий. Ну, третий, я сказала, что как будто это какая-то Шакира или что-то такое. Какое-то женское. Ну тут женская. Вот это такая овальненькая Шакира. Это как называется? Селебрити, да? Как будто пряники какие-то вместе с сигаретами. Но это женский. Очень сладкий и много ванили в нем. Кстати, странно, что какая тут ваниль в третьем аромате. Ванили вообще не вижу. Это как? Что у меня с мозгом такое? Ну, такое вот почему-то рисует у меня воображение. Так, четвертый. Это чистое что-то. Прямо какие-то розочки мыльные, но понежнее, чем. Это не мусс, который тогда был. Ну,
Сейчас он понежнее пахнет, но это какая-то ниша. Ниша, ну, само собой, женско-мужское, но, скорее всего, ближе к женскому, чистая какая-то, что-то... Ну, понятно, тут мускуса много, само собой, чтобы держалось. Но это прям такое розовое мыло. Оказывается, видите, много ароматов с запахом мыла, и вот прям... Даже интересно, что это такое, но мне неприятно. Мне не понравился четвертый аромат вообще от слова совсем. Пятый аромат. Так, я извиняюсь, время идет. Ай, сладкий-присладкий, пятый. Это который мне очень сильно напоминает эскаду, да? Но это не Moschino Pin Bouquet. Moschino Pin Bouquet, он не такой сладкий. Этот прямо эскадный стиль, очень сладкая клубника. Клубничка со сливками. Ну, вот такой, знаете, вот исключительно такие сладкие-сладкие фрукты. Прямо оно. Пятое, прямо вот. Даже тоже интересно. Такой, как, знаете, утренний аромат летний, такой недорогой аромат. И вот он прям, ну, недорогой в стиле люкс, но он недорогой же. Такой простоватый, но очень такой... Хорошая, мне нравится. Любила я эскады все эти. Может, это не эскада, кажется, я очень удивлюсь, потому что оно просто вот по-эскадовски звучит. Если какая-то ниша, она бывает как эскада, а в базе уходит в красоту, да, как тот же этот «Ночи Ибицы». А здесь прям ярко, прям просто ярко, простецки ярко, там какие-нибудь вишни, черешни, клубники и вот это вот туда же, да, и прям вот все вот громко. Так, ну пятый аромат очень интересный, пятый, так, где тут у меня? Так, нет, пардон. Так, пятый был. Так, шестой аромат. Шестой. У меня... Да, тоже, да, ниша какая-то, вот как будто бы мужская, чистый такой. Тоже запах мыла, но какого-то благородного мыла с запахом уходовых средств после бритья. Знаете, вот такой какой-то. Для мужчины красивый, очень чистый аромат. Это какая-то ниша, реально. Это когда я говорю про шестой аромат. Я вот здесь буду дописывать тогда, про какой аромат я разглагольствую, чтобы хоть как-то было понятно. То есть циферку буду ставить, да, вот здесь вот, где-нибудь. Ай, интересно. Не знаю его. Так. Седьмой аромат. Ну, седьмой аромат. Это такой... сигареты примитивный, масс-маркет или какая-то очень недорогая ниша мужская, прям вот. Не знаю. Прямо сказать, что это Dolce & Gabbana, ну прям как-то я тогда очень сильно разочаруюсь, хотя мне и так не нравится Dolce & Gabbana, вот мужской вот этот The One, особенно Intense, там, да, это вообще караул. Ну, здесь нет. Здесь вообще какая-то примитив какой-то, прямо грубый, очень, очень кричащий. Очень примитивный аромат. Такой прям, ох, дешевый. Знаете, вот мужик вот хочет перебить запах. Вот эту неделю не мылся, вот подушился, и вот чтобы воняло. И вот этими сигаретами. И вот такое вот все прям на крике. На нас надрывом. Восьмой довольно неплохой аромат. Может, довольно. Но какой-то он слишком ирисовый. Но это не Прада ирис. Там холодная, а здесь какая-то мягкая Прада, прям вот мягкая, как с ванилью. Вот. Не знаю, вот она восьмая, да, вот этот желтый сэмпл прям такой. Ну, это, наверное, все-таки он больше женский восьмой. Не знаю, мужской или женский, может и женский, какой-то прям очень тоже дешевый. Скажу, что дешевый слишком. Опять так же простецки бьет в нос. Какой-то примитивный, вот пудровости слишком много ириса. Ирис с ванилью, скажу так. И деревяшечки такие. Небольшие какие-то есть. Женский пишу примитивный. Ну вот. Мой нос так слышит. Ладно, все, девочки, видите, я ни одного аромата не отгадала, а вот вернусь сейчас ко второму аромату, к розовенькому этому. Ой, я его хочу, розовый этот второй, с пудрой.
Вот еще раз повторюсь, мне напоминает, как будто бы вот этот аромат Dolce & Gabbana, потому что он стартует так же прям вот свежо, а потом уходит вот в эту пудру. Ну, также они не добавят новый аромат туда, нет. Ну, я про рандеву имею в виду. Чтобы это был какой-нибудь этот... Нет, думаю, уже там может какой-нибудь Шанель, Тендер. Нет, нет, он стартует слишком цитрусовым. Как-то холодновато. Мятно даже стартует чуть-чуть вот так вот. Из-за такого какого-то простого старта это не Шанель. Какая-то она на потом. И сразу через секунду уходит в пыльность. Вот эту, да, такую какую-то помадность, пудровость. Ну, ирис тоже. Такой легкий. Цитрусовый ирис. Ну, красивый аромат. Ну, такой немножко женский, да, опять же, вот это тоже помадность, пыльный мешочек выдает. Что-то вот такое, не знаю, хотела бы, не хотела, вот красиво вроде, а вот пыльновато. Ладно, не знаю. Все, девчонки, на сегодня все. Это я про второй аромат сейчас говорила, если что, да, вот, который я так и не отгадала, не знаю. Отгадал только первый, получается, я надеюсь. Ну, я так думаю, потому что у меня ассоциаций других нет. Ну, не может это ничем другим быть, потому что прям вот... А первый аромат, я думаю, отгадают все, абсолютно все, потому что настолько... Сейчас он мне кажется другим. Короче, ладно, наверное, я первый не отгадала. Хорошо, не отгадала ничего. Будем узнавать, что это такое. Мне интересно и очень интересно. Еще раз. Интересно ли вам? Напишите мне в комментариях. Поддержите меня тоже. Вот. Хоть я ничего не отгадала, но я посмотрю других блогеров, что они отгадают. Тут немножко сложненько сегодня было. Так что я вас целую. Желаю вам отличного настроения, прекрасной погоды и здоровья. И главное не унывать, потому что это всего лишь игра. Целую. Пока-пока.